И в продолжение темы. В нашем районе, как и по всему краю, делается очень многое, чтобы дети без всяких проблем учились и развивались в избранных ими направлениях. И отличные детские мероприятия, которые прошли во время празднования юбилея Славянского района, подтвердили еще раз, что детям у нас уделяется особое внимание. Главная площадь нашего города – театральная. Лишь только стоило на нее зайти в этот день, сразу покоряла своей приподнятой праздничной атмосферой. Спортивная разминка «На зарядку становись» стала прекрасным началом дня для юных славянцев. Праздничную эстафету продолжили детские и молодежные творческие коллективы. Артисты из вокальной группы «Нет проблем» хорошо известны славянским зрителям. Настроение у меня отличное. Сегодня 95-летие Славянского района. Шикарная дата, шикарный праздник. С утра это очень весело, круто. Мы с нашей группой «Нет проблем» подготовили две песни, которые вы услышите сегодня. Десятки самых разнообразных станций заработали здесь. Ребята могли не только отдохнуть и развлечься, но и узнать много нового. Презентация учреждений спорта многих заинтересовала. Я занимаюсь настольным теннисом 7 лет. И этот вид спорта мне нравится, потому что он развивает хорошую реакцию и выносливость. Я занимаюсь спортом в школе «Юность». Мне помогает мой тренер. Он всегда может поддержать и помочь. Открытые соревнования по греко-римской борьбе оказались в центре внимания ребят. Им было приятно посмотреть на своих подтянутых, крепких ровесников. И юные спортсмены старались не подкачать. Для нас это очень важно, показать, чего мы добились. Сегодня приезжают ребята из Темрюка, также, если не ошибаюсь, из Анапы. Будет очень интересная борьба. Покорение настоящего скалодрома стало интересным испытанием для ребят. Студенты Славянского сельскохозяйственного техникума помогали новичкам облачиться в специальное снаряжение, чтобы подъем был безопасным. Я такой человек, который не может сидеть на месте. Мне очень интересно, даже сейчас я первая полезла по скалодрому, чтобы проверить все, чтобы дети были в безопасности. И на данный момент мне очень просто это все нравится. Нарядная детвора, переходя от станции к станции, знакомилась с тем, что было представлено, и каждый мог найти себе занятие или развлечение по душе. Мне нравится этот праздник, здесь очень весело, интересные станции. Мне нравится этот праздник, потому что здесь много людей, здесь очень красиво, много красивых станций. Ты можешь рисовать, разукрашивать, ходить. Вот мы только что были на станции «Моя семья». Мне очень понравилось. Мы рисовали красивую картину. Праздничный концерт продолжился выступлением хореографических коллективов. Горит и кружится планета. Над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Все внимание было приковано к сцене, на которой один коллектив сменял другой. Самых добрых слов заслуживают и юные славянские балерины, которые выступают все увереннее. Концертная программа понравилась юным славянцам. Им было что посмотреть. Нам понравился концерт. Очень веселый, интересный, хороший. У родителей, которые пришли со своими детьми на праздник, остались самые приятные впечатления от его размаха и уровня организации.
очень впечатляет, очень красиво оформлено. Сцены оформлены, детские площадки, станции. Детям очень нравится, мы тоже взрослые, нам тоже интересно. Как здорово было посоревноваться в игре в шашки, попробовать опередить соперников на групповых лыжах или, надев специальные доспехи, победить в рыцарском турнире. Те же, кто обеспокоен выбором будущей профессии, могли получить полезную информацию у станции Славянского электротехнологического техникума, где, к примеру, готовят очень хороших отделочников. Юбилейные мероприятия подарили всем участникам положительные эмоции, и это наверняка запомнится Славянской детворе. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».